Всем привет! Вы на рыбалке с Демидой. Давно не выходило видео уже. На рыбалку-то я хожу, только вот нечего показывать. Сегодня вот тоже весь день отловил, и даже ни одного удара. Ну, 2017 у нас был неплох по рыбалке. Взят был карп хороший, личный рекорд поставлен. Да и щука была хорошая, сама поймал первый раз в этом году тоже. Поэтому в этом видео сделаю лучшие моменты, нарезку такую, с 2017 года. А в следующем году, я думаю, уже будет у нас новые трофеи. Поэтому всем спасибо, что подписываетесь, смотрите меня. До встречи в 2018 году. И с наступающим. О, что-то хорошее. Спасибо. О, пошла. Сом. Сом. Мой первый сом. Кто это? Что это? Спасибо. О. Да не надо. Все, плыви. Спасибо. Давай, друг, плыви. Есть. А-а-а! Саня, 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 сачок, Саня. Ну все, беги, спасибо. Я подлещика поймал, а ты все этих. Есть что-то. Вот какой горбатенький. О. На червяка взял. Да ладно, вот куда плотва на такой бойлер? О, какой. Спасибо. У него там плавники с шипами аккуратно. Все, спасибо. Пошла жара. Спасибо. О, какой. Все правильно, засекся за нижнюю губу. Все, спасибо. Прикормили точку, начал работать. О, какой. Ну все, спасибо. Он наш, Саня. Красава, Саня. Ну так вот его бери. О! Красава! Можешь прямо опускать его в воду. Да. Ну вот и у Сани первая поклевка. Походу сом клюнул. 19. 2 килограмма мат. Махнул. Красава, спасибо. Отбей, Саня. Малорик. Да не взвесить. Честно. Кило 900.
Все, ушел. Спасибо. Опа-па, давай. Нифига себе. Вот какой карпик. Смотри какой. Он какой красавец. Все, пошел. Спасибо. О, какой. А, сейчас-то. О. Красавчик, ладно. Ведро его. У меня. Двойной. А, сошел. Ой, снова сел. Эльдорадо коневое. Ну-ка. И за ним еще второй шел. Кончик. А потом распутались. О, есть. Загиб, загиб. О, ну, как. Ну, стучит-то. О, есть. Ну, я что, думаю, полторашечка. Будем ее отпускать. Спасибо. Отдай резину. Давай, лови. Спасибо. Отдай резину. Ну вот, спасибо. Там три тройника стоят. Как она не засекается? Ха-ха-ха. Ай, хорош, хорош. Ай-яй-яй. И на одном крючке сидит только. О, что творит. Ну все, в домике. Ну как вам? Отличная же. Пошла. Спасибо ей. Все, в домике. Все, спасибо. Отцепишься или в домик? Ну все, спасибо. Давай, не притворяйся. О, нападение. Ладно, не испорти нам резину. Мы тебя отпустим. Ну, что ты начинаешь? Отдай. Ну, карандашик. Все равно, спасибо. Да что ты будешь делать? О, какая резвая. Опа-па.
А у нас там еще одна подошла, только она уже крупнее гораздо. О, бьет маленькую. Смотрите. Крупная щука бьет маленькую, которую взяла. Вот это да. Вот это красиво. Спасибо. В общем, всем спасибо, кто досмотрел до конца, тем более. И пока.